В этом году участников конкурса художественного слова «Зубовские чтения» было значительно меньше обычного – около 100 человек. Однако это не упростило работу жюри, подводившего итоги конкурса в прошлом месяце. У нас еще вот есть «Звериная душа», но там видео не очень. А там вот как раз у Кадырлеева и видео хорошее, и читал он замечательно. Из 39 работ, прошедших в финал, призовые места и специальные номинации получили 18 участников. Абсолютное большинство призовых мест досталось Видновской школе номер 7. Екатерина Сидельникова победила в особой номинации. По мнению жюри, она лучше всех прочла стихотворение о Великой Отечественной войне. Я читала Елизаветы Горбуновой «Звериная душа». Мне предложил сначала Коршунов Андрей Валерьевич, руководитель моей группы. Мне оно понравилось, оно было очень трогательное, и я смогла его прочитать и вжиться в роль. Жил веселый хомячок, у него был сундучок, в сундучке был кабачок, в кабачке жил червячок. Раз приходит хомячок, открывает сундучок. Червячок съел кабачок! Артистичное прочтение шутливого стихотворения Софьи Шматко принесло Тимуру Рустамову победу. Третьеклассник впервые пробовал свои силы в конкурсе чтецов и свой талант проявил в полной мере. Это было неожиданно, и у меня сразу настроение поднялось, радость, то, что первое место занял. Всего 7-я школа на зубовских чтениях победила в 7 различных номинациях. И хотя в этом году привычной праздничной обстановки не было, в зале ощущалась торжественная атмосфера. На самом деле все равно приятно. И большие скопления я не очень люблю. Так что было уютненько, мило, очень мне приятно, понравилось. А пока еще 11 наград ждут своих победителей. И уже скоро эта встреча состоится. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Видное ТВ.